Приветствую всех в этом весьма неожиданном видике для нас обоих. Как в этом мире не настись, а почва под ногами все равно будет шататься. И вот, похоже, нас всех в очередной раз тряхануло. Я, конечно, надеялся, что мы проведем вместе хотя бы 10 лет, и на эту годовщину уже готовил нечто особенное. Скажем, в этом самом месте, в 2016 году, я впервые с телефоном наперевес и пошел снимать свои авитовские приключения. И вот, спустя почти 10 лет, как видите, по сути ничего не изменилось. Меняемся только мы. Однако от своих нежданчиков убежать все же не удалось. Всякие новости и прочие злые языки давно продвигают мысль, что YouTube может от нас уехать. Вернее, он уже от нас съехал, а вот пожитки в виде серверов оставил. Тех самых, которые либо лягут, либо их уложат. Все может быть, даже полный блокаут без инета и света. Люблю сюрпризы. Да и за последние пару лет нам их подкинули немало. Короче, вот вам небольшой инсайт и апдейт. На тот случай, когда при входе на YouTube вы увидите вот это. Благодаря добрым зрителям, материала для видео у меня много, особенно готового и в черновиках. Не удивляйтесь, что порой смотрите ролики годичной давности. Просто весь этот материал нужно размазывать по YouTube тонким слоем, чтобы не было передоза. А по части клепания роликов я весьма продуктивен. Причем и на втором канале, подписывайтесь, кстати. На третий канал вас пока не зову, кто хотел, уже пришел. А вот куда могу всех вас пригласить, это наш Discord, ВК, Telegram и особенно Boosty. Я, конечно, понимаю, что 100 рублей в месяц — это просто огромное деньжище. Поэтому о том всем вам и напомнил. Где-нибудь новые видео точно будут выходить. Особенно на Boosty. Там уже немало эксклюзивов лежит. Блин, да у меня даже Twitch есть, офигеть. Может и постримить когда-нибудь получится. Зашквариваться в Дзене и Ютубе я, увы, не собираюсь. Даже у меня есть какое-то самоуважение. Ну а на тот случай, если обзоры железного хлама или сомнительных игр успели вам надоесть, вот эта штука лишь принесет облегчение нам всем. И на тот случай, если больше не увидимся, знайте, с вами приятно было иметь дело. И до встречи в новом мире.